Итак, ребят, мы находимся в 10 минутах от нашего жилого комплекса. Называется он как? Сорренто Парк. Сорренто Парк. Вот мой сосед, собственно говоря, Роман, отдел продаж данного жилого комплекса. И мы сейчас пешочком прогуляемся до его, собственно, жилого комплекса, опять же, да? Да, сейчас мы просто начали отсюда идти. Хотелось бы показать вам нашу локацию, где мы находимся. Вот с правой стороны от комплекса, вот и находится Адлерская набережная. Ага. Ну тут такое. Смотрите, какие пляжи большие, они песочные. Здесь много ресторанов, кафе, развлекательные клубы. Здесь мне больше, кстати, даже нравится, чем в Сочи, почему-то, не знаю. Но здесь круто, да. Как-то поинтереснее, да? А с другой стороны комплекса, прямо на границе находимся, Олимпийского парка. Поэтому очень уникальное место расположения самого комплекса. С одной стороны Олимпийский парк, с другой и эти же Олимпийские набережные. С другой стороны Адлерские шикарные набережные. Поэтому мы сейчас пойдем к нашему комплексу. Сейчас будет река Мзынта. Также там красивый подвесной мост. Сейчас мы все покажем, ребят. Да. Смотрите, какая красота. Сезон уже практически начался, да? Уже многие люди загорают. Ну да. А мы работаем, да? Конечно. Но не поработали, наверное. Теперь пора отдыхать. Так, ребят, смотрите, мы отошли буквально несколько метров от нашего начала. И вот уже мы можем видеть среди деревьев. Вот за он зеленой наш... крышей. За зеленой крышей. Вот чуть повыше, я надеюсь, будет видно. Такой, как бы, как шахматная доска, да? Да. Вот он наш жилой комплекс. Здесь также прогулочная зона вдоль речки. Ты хотел, да, еще, Ром, сказать, что как насчет ПМЖ, то, что детские сады, может быть, школа, что-то рядом. Здесь все, садики, школа, администрация города. Но это можно считать практически самый центр Адлера. Угу. Но наш комплекс интересен чем? Он интересен для инвестиций, интересен под сдачу. Там правильные планировки, они квадратные, маленькие. Многие там в Сочи, в Адлере хотят за 3, за 3,5 миллиона, за 4 купить, да, квартиру возле моря. Рома немножко забегает вперед, цена будет классная. Сейчас от 2 900, да? Да, от 2 900. От 2 900, представляете, в таком месте квартира. Смотрите, здесь вообще красотища какая. Мне очень нравится здесь. Смотрите, друзья, проходим мы. Очень много всяких кафе, столовых, шашлык, пицца. Все, что хочешь. И вон он у нас виднеется, наш домик. Итак, друзья, мы находимся уже на территории жилого комплекса. Название у него? Сорренто Парк. Сорренто Парк. Стоим мы на улице Цветочной, получается. И я не могу не задать вопрос Роману. Роман, я слышал все равно, я как-то приезжал, по-моему, в 2016 году, да, его начинали строить, если да, я не ошибаюсь. Да, в 2016. В 2016 году. И на сегодня уже получили все документы, да. Ну-ка, расскажи вот нам сразу по документальной части, по коммуникациям, по вот этим по всем. По документации, смотрите. Угу. Земля у нас в собственности, земля на многоквартирный дом. Угу. Статус квартиры по коммуникациям – это холодная вода, электричество, угу, центральная канализация. Центральная канализация уже все подключено или сейчас все в процессе? Смотрите, вообще комплекс сдается полностью в готовом виде. Это будет третий квартал 2019 года, но по документам комплекс уже сдан. Да, Рома имеет в виду, я просто поправлю его, что сейчас вот идет внутренняя отделка, придомовая территория облагораживается. С той стороны я видел, экскаватор работает, ну то есть приводят... Детская площадка будет вот при входе между тремя домами. Ну, как говорится, облагораживают территорию. Все будет в зелени, подсветки, территория закрытая, дом под видеонаблюдением. Поэтому здесь круто. Вот смотрите, здесь прям за территорией у нас Олимпийский парк расположен. Я не знаю, будет видно, нет. Вот я отсюда вижу стадион Фишт, и вот он уже Олимпийский парк. В Олимпийском парке где-то цена там уже сразу же 350 тысяч за квадратный метр. Вот парк южных культур. Парк южных культур. Ну, мы сейчас, я думаю, поднимемся чуть выше и как раз покажем вам, в каком месте мы находимся. Главный момент, вот то, что я хотел уточнить, что на сегодня все регистрируется уже инвестиции, все нормально. Выписки на каждую квартиру, выписки на земельный участок, поэтому вообще дом без каких-либо проблем можете приезжать и выбирать, и покупать у нас квартиру. Ром, поясни сразу, я смотрю, здесь несколько корпусов, да, как здесь у нас? Корпус А, корпус Б и корпус В. С корпуса А у нас открывается вид на море, вид на бамбуковую рощу. С корпуса Б у нас открывается вид на парк южных культур, на бамбуковую рощу и также на море. Вот и корпус В, верхние этажи, мы можем наблюдать прямо на Олимпийский парк. Стадион Фиш прям как на ладошке лежит. Ну давай сейчас, чтобы не быть голословными, все покажем сейчас. Давай. Так,
Здесь мы... у нас будет располагаться консьерж. Да, вот здесь будет располагаться консьерж. Сейчас внутренняя отделка, да, идет? Да, сейчас. Сейчас я Ром покажу. Ну, я вижу, что работы идут. Лифт есть уже или? Лифт будет, ну смотрите. Он закуплен? В сентябре, вот третий квартал мы полностью уже сдаемся. Ага. Лифт уже заказан, лифт Лемон на 1000 кг, скоростной. Вот, по работам, работы ведутся и постоянные выходные дни, суббота, воскресенье. Угу. Застройщик определил к сентябрю полностью объект будет сдан, но сдаст быстрее. Это будет июль, август. Итак, ребят, мы поднялись на 10 этаж. Здесь, смотрите, какие виды. Я, например, первый раз вижу бамбуковую рощу на самом деле. У нас в Сибири, по-моему, не было такого. Парк южных культур. Это парк южных культур. Там я, кстати, ни разу тоже не был в парке здесь южных это культур. Здесь это как очень... в Сочи дендрарий. Можно выйти, покормить там кроликов, гусей. Лебеди, да? Да, лебеди, утки. Много животных. Красивые детские площадки также там. Угу. Вот, по застройщику. Застройщик АРС Групп построил более 20 объектов по городу, по Сочи, по Адлеру. Такие объекты, как Милан, Фортепиано, Парк Авеню, Царицыно, Мадрид 1, Мадрид Парк 2. Ну, в общем, застройщик с именем, да, в городе? Их очень много, да. То есть хорошая репутация, поэтому, в принципе, можно доверять. Все объекты чистые, поэтому ни с одним объектом не было никаких проблем. Угу. Вот, этот объект интересен чем? Во-первых, это инвестиции, он инвестиционно привлекателен. Цена будет расти? Цена будет расти. Смотрите, застройщика мы уже согласовали. Угу. Сейчас у нас самый старт, поэтому в процессе будем подниматься, и будет подниматься в размере на 40 тысяч квадратного метра. Сейчас. Потихонечку, но будем поднимать, и дойдет до плюс 40. Допустим, если это там первые этажи там 130 тысяч за квадратный метр, будет 170. Если это верхние, то это там 150, ну, ближе к 200 это будет 100%. То есть ты забежал немного вперед, сейчас самая минимальная цена 130 тысяч за квадратный метр, правильно я понял? 130 тысяч за квадрат, я понял. Так, что касается, ну, как ты думаешь, вообще для кого эти квартиры, для чего они, для ПМЖ, для сдачи в аренду, как ты считаешь? Комплекс вообще предусмотрен для тех, кто будет приезжать сюда отдыхать, под сдачу, ну и как инвестиция. Потому что здесь у нас по правую руку это Олимпийский парк, центр Адлера. Так как Олимпийский парк рядом, здесь проходит всей новая волна в этом году. Камеди, Формула-1, футбол и хоккей. Поэтому здесь постоянный приток людей. Ну, место востребовано, да? Да. И планировки в комплексе, они правильной формы. Небольшие, допустим, там 21 квадратный метр, 22,5. Даже если 22,5, то у них две световые точки плюс балкон. Они хорошо планируются. Большие планировки также есть, можно для жизни, но в основном комплекс предназначен, можно сказать, под сдачу. Я понял. Ну, а для ПМЖ, кто захочет, например, насколько близко здесь школы, там, чтобы, знаешь, социальная вся инфраструктура, чтобы... Здесь вот по правую руку Олимпийский парк, по левую это, ну, это центр Адлера и есть. Мы переходим речку Мзымту, мы находимся в центре Адлера. Там школы, садики, администрация города, поликлиники, больницы, все здесь, остановки. В общем, все, что нужно, да? Шли мы примерно с того, с той точки, ребят, с которой начинали, где-то минут 10, пешочком. Находимся мы на каком этаже? Находимся мы в корпусе Б, 7 этаж, квартира 22,5 квадратных метров. Две световые точки, балкон и прекрасный вид. Вид на парк южных культур и вид на море. Цена этой квартиры 3,487. 3,487. Да, 3,5 миллиона. Первая линия. Здесь ровная территория. Парк южных культур, Олимпийский парк. Таких цен нету. Поэтому... такой вопрос. Мы сказали, сколько самая недорогая цена за квадратный метр. А вообще квартира самая недорогая? 2900. 2900, да? Квартира номер 110, также 7 этаж, корпус Б, 27 квадратных метров, хорошо планируется санузел. Здесь можно выделить кухонную зону, ее даже можно отгородить, потому что здесь одна световая точка. И спальная зона, прихожая. Квартира с балконом. Также у нас шикарный вид, бамбуковая роща, парк южных культур. Цена этой квартиры 4 миллиона 185 тысяч. 4 миллиона 185 тысяч. Корпус Б, 4 этаж, 27 квадратных метров. Здесь получается вид на море,
и немножко мы захватываем вид на соседний дом. Угу. Но здесь интересная цена, 129 тысяч за квадратный метр. Вот эту теневую сторону можно сделать как спальню. Угу. Вот. Ну и здесь у вас вид на море. И цена этой квартиры 3 миллиона 483 тысячи рублей. 3 миллиона 483. Квартира, которую мы с вами смотрели, на седьмом этаже 22 метра, здесь уже ниже этаж, но больше метров и такая же цена. Рома, и пока не забыла, то я все время забываю, как осуществляется отопление в этом доме? Отопление от электричества и подвесна холодная вода. Поэтому здесь можно провести двухконтурный электрический котел с вариантами подогрева пола, электрические батареи. Ну, вообще здесь маленькая площадь, в Сочи постоянно плюс, поэтому с плит-системой. В общем, газа нет, да? Газа нет. Газа нет. Есть, кстати, люди, прям много я таких встречал, которые говорят, мне дом без газа. Ну, еще какой плюс? Бояться. Добавлю. Ага. Если вы приобретаете квартиру для отдыха, вы выключили счетчики. Выключили счетчики на воду, приехали. Ну, уехали, у вас счетчики стоят на месте, коммунальные не капают. Приехали, включили, то, что отработало. Заплатить. Сразу вопрос за обслуживание. Сколько? За обслуживание 30 рублей квадратный метр. 30 рублей за квадратный метр. Угу. Я понял. Все, пойдем тогда посмотрим с прямым видом на Олимпийский парк. И я поехал. Тут Рома уже первый день, он сегодня работает, поэтому, кстати, не судите строго, очень переживает. Говорит, я больше в блогах не буду сниматься. Итак, друзья, 10 этаж. Рома меня покинул, приехали там к нему клиенты опять. И смотрите, как и обещал, прямой вид у нас на Олимпийский парк. Вот такая вот красота, смотрите. И вот здесь какой-то, ну, видимо, не действующий, да, видимо, автошкола какая-то раньше была. А данная квартира у нас площадью 34,7 квадратных метра. За квадратный метр хотят 196 тысяч. Цена общая составляет 6 миллионов 801 тысяча 200 рублей. Вот такой вот, друзья, ценник на самом высоком 10 этаже. Вот с такими вот классными видами. Так, еще одну квартиру посмотрим. Тоже на 10 этаже. Она мне понравилась. Она угловая. Здесь нет прямого вида на Олимпийский парк. И она стоит за квадратный метр дешевле, получается, у нас 186 тысяч за квадрат. Вот, смотрите, симпатичная угловая квартира, вид на море, панорамные окна. Ну, в принципе, вот отсюда, опять же, прямой вид. Просто окошки, да? Не такие широкие, как там. Вот, цена за эту квартиру 6 миллионов 751 тысяча. Здесь у нас 36,3 квадратных метра. Видите, выполнена уже у нас предчистовая отделка. Ну что, ребят, на сегодня все. Сегодня немножечко спонтанный у нас такой блог получился, поэтому, наверное, он там, когда я его смонтирую, получится не совсем идеальным. Ну ничего, то, что я хотел вам первую снять, показать этот дом, чтобы мои подписчики, так сказать, первые о нем узнали, кому интересно это место. Место, ну, поистине классное, через дорогу Олимпийский парк. Вот оно, море у нас. Там у нас, кстати, отсюда можно видеть Адлерская набережная, Мандарин. Место хорошее. Что касается документации, в любом случае, любой дом мы проверяем. Для этого у нас есть свой юрист. Все мы еще разок проверим. Сколько мощностей на каждую квартиру, как был сдан дом и все остальное. Ну, это мы считаем своей работой. Вот, поэтому, кому интересно квартира в этом доме, пишите, звоните. Не забывайте, кстати, ставить лайк и подписывайтесь на канал. Все, всем пока!